Забудем наш морозный эстонский февраль и перенесемся на тропические острова, где царствует вечное сказочное лето. Там бескрайний океан, которому нет ни начала, ни конца. Это мир свободы и красоты, мир смельчаков и искателей приключений, солнечный рай, который в мгновение ока может превратиться в кипящий ад и отнять вашу жизнь. Французская Полинезия – это один из самых удаленных от европейской цивилизации миров. Это россыпь вулканических и коралловых островов в самом центре Тихого океана. Полинезия всегда манила путешественников своим вкуснейшим ромом, дорогущим и редчайшим черным жемчугом и, конечно же, милейшими аборигенами, которые еще пару столетий назад любили попробовать европейцев на вкус. Попасть во французскую Полинезию – такой шанс выпадает один раз в жизни, и им воспользовались путешественники из Эстонии. В составе интернациональной экспедиции вместе с друзьями из России, Казахстана и Украины наши эстонские искатели приключений исследовали Таити и ближайшие к этому острову Полинезийские острова на парусных катамаранах. И нередко это было с риском для жизни. Бог ветров и ураганов не всегда рад чужакам. Остров Таити – тот самый из наших детских грез о солнечном банановом рае. Дожди заливают его вторые сутки, а дом уже так далеко. Буквально на другой стороне земли. Сквозь пелену облаков мы движемся к точке старта экспедиции. Сергея Рудницкого дождями не удивишь. У него дома в Нарве еще и не такое бывает, разве что пальмы не растут. Но лететь из Эстонии больше суток на другой конец света, чтобы вместо солнца увидеть низкие серые облака. Глазам не верится. Where is sun? Maybe tomorrow. На Таити все по-простому. В аэропорту живут куры, бегают даже по взлетной полосе. Свой самолет здесь ждет и Алексей Степанов, опытный таллинский моряк и искатель приключений. Совсем скоро он присоединится к нашей экспедиции. Последние минуты перед стартом капитаны катамаранов встречают свои экипажи, смельчаков, которые оставили размеренную городскую жизнь, чтобы испытать себя. Сергей. Евгений. Не скажи, что в камеру. Да. Show must go on. Все пути оператор будет снимать. Да, welcome to paradise. Женщины на борту – это хороший знак. Наши капитаны не верят в приметы, но верят в кулинарные таланты женской части команды. Жена шкипера или капитана рано или поздно становится профессиональным судовым коком или радистом. А бывает, что и отличным матросом, который знает толк в постановке парусов и управлении яхтой. Конечно, настроение у дам пока не самое солнечное. Доска! На лодке у нас три шкипера, я капитан. Илюха помощник. Если что-то, кого-то, что-то кто-то не понимает, и Саня капитан, шкипер. Если кто-то что-то не понимает, у кого-то какая-то проблема, не надо самостоятельно ее решать. Потому что это может еще только все усугубить. Вот, поэтому все, что непонятно, все, что гудит, что-то где-то хрустит, сразу подходим спрашивать, может быть, это ничего страшного, но на всякий случай как бы так. Жизнь на любом судне – не расслабленный курорт, а четкий распорядок и правила. Правила обращения с техникой, правила комфортного общежития в маленькой квартирке на воде. И, конечно же, правила безопасности. Умение быстро надеть спасательный жилет действительно спасает жизни. Никто и подумать не мог, что этот навык пригодится нашей команде очень и очень скоро. Так, у тебя машина все работает, у тебя даже два крюка.
Один цепляешь Жеке за одно ухо, другой мне за другое. И виснешь. Все пробуем одеть. И подгоняем под себя. Смотрим на Илюху. Верхняя стропа у нас обхватывает вокруг как бы груди за спиной. Просто все, подтянули под себя сильно, пока не затягивают. Подгонись и там подтяни все, чтобы он не должен болтаться, потому что если в воду плюхнетесь, он вылетит через голову в 2 секунды. Все, у тебя. Выйти из марины нам помогают островитяне. Нет, это не форма вежливости, просто они волнуются за свои катамараны. Штурвал передают капитану только у границы большой воды и желают команде доброго пути. Бог дождя и урагана все еще разгневан, а значит, удача нам очень и очень понадобится. С острова Таити на полинезийских авиалиниях, да, есть и такие, наша команда перебралась на остров Раиатея. Это примерно 230 километров на северо-запад. Там и началась основная морская часть нашего путешествия. Первый пункт назначения – остров Таха. Как нам сказали, рай ловцов жемчуга и ванильных плантаций. Каждый выход в океан – это шанс. Шанс поймать на крючок барракуду или короля здешних вод – голубого тунца. Обеспечить экипаж океанической ухой берется киевлянин Александр. Его удочки выдержат самую большую рыбу, но океанический хищник сегодня не в настроении. Моросящий дождь, низко висящие над островами облака озадачили даже рыбу. Сергей еще не успел устроиться на борту, а его уже назначили вперед смотрящим. Капитан опасается, что в неизвестных тропических водах у берега плавает опасный мусор, который может повредить корпус катамарана. Сейчас очень важно ни на йоту не отклоняться от заданного курса. Мы обходим весь остров внутри рифа, пошли весь снаружи и заходим вот в эту точку, в бухту закрытую. В ближайшие 3 дня ожидаем шторма. Будем прятаться вот в этой точке от штормов. В итоге здесь наркелим, рыбу смотрим, коралловая река, обходим весь остров. И здесь прячемся 3 дня, гуляем по острову. Там ванильные плантации должны быть. Пока капитан изучает карту, можно немного похулиганить. Например, пойти на перегонки. Наш катамаран носит имя великого физика Исаака Ньютона. Соседний – катамаран «Амазон», назван в честь Великой Южноамериканской реки. Там тоже вахта из тоноземельцев. Вперед смотрящим поставили Алексея. Когда-то он волею случая обогнул земной шар. Не на яхте, а на огромном контейнеровозе. Но тогда его маршрут прошел мимо французской Полинезии. С кем я только не работал, и в Норвегию ездил, и в Америку, и в Германию, в Англию. Дома не сижу один слово. Я даже коров даю. Это вообще экзотика. Ух, научился, и все было нормально. Это в Норвегии, на Лофотенских островах. Вот там действительно сказочная страна. Трудно сказать, вот, что лучше здесь или там, но особенно вот эти северные районы. Наш фарватер окружен опасными отмелями и подводными скалами. Малейшая ошибка может стоить очень дорого. Кстати, о ценах. Фрукты в Полинезии стоят копейки, а вот ром – удовольствие не из дешевых. А нету состава никакого? Я не увидел, слава богу, не видел. Так нет будет состава. Не написано, что ванильный. Как догадаться? А это и есть ванильный? Это то, что нужно? Догадайте, что это ванильный. Где не написано. Это как лежачие полицейские в Махачкале. О том, что они есть, нужно просто знать. Ни знаков, ни на дороге, ни таких, ничего. Просто нужно знать. Давайте всех поздравляю с первым выходом. Первый ура! День. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Ура, ура, ура. Конечно, надо знать, что покупать. Потому что некоторым спиртное там очень дорогое. Если ты особенно в отношении рома погнался за дешевизной, ты можешь быть уверен, что ты купил каку.
Наш курс проложен между мелями и рифами. Перед заходом в залив на острове Таха капитан лично дежурит на носу и подает знаки рулевому. В морском деле Евгений не новичок. Не раз попадал в шторм, знает, что такое норвежские фьорды. Но в тропиках важна каждая мелочь. В любую минуту можно ждать урагана. Сергей рад постоять за штурвалом. У него есть мечта – тоже стать капитаном и управлять парусным судном. На парусах можно идти при любом ветре. Встречный, боковой, по да? Любой угол, кроме линии тика, да, кроме... Ну, прямого. Если прямой, ты можешь идти галсом. Вообще разницы нет. Любой ветер, с какой стороны бы ни дул, можно идти. Там буй какой-то красный слева. Капитан сыпет морскими байками, но заканчивает урок подлинной историей о том, как стихия не прощает ошибок. Ну, вот эта лодка прям идет, такая стена отвесная, дождя, это черная туча. И прям вот уже, вот она ее накрывает. Это успело зайти, а та нет. Парус оторвало, там все порвало в лоскуты. Там первый прыгает, и так, пух, и там, как тряпка болтается на лоскутах. И там тоже как хапнули под Снегоре. Удочки вы олени! Первое морское ЧП. Полинезийцы на моторной лодке зазевались и, кажется, заехали на наши лески. Наверное, разрубили винтом или сами попали на крючок. Но повезло. И нам, и полинезийцам. Леска и наживка целы. Вот такое вот бывает в море. Вроде люди серьезные, опытные, шарят, блин. Всем кажется, что вокруг только вода и пальмы, но на самом деле мы прибыли на морскую парковку. Острый глаз моряка без труда находит на поверхности воды красный буй. Это муринг, мертвый якорь. Пора становиться на ночевку. Сначала муринг вытащите, чтобы до него доступ был. И затяни на утку. Потом второй конец подведи спокойно. Ставь и отпускай тот. А вы тунца поймали? Нет. А мы поймали. Назад дай, Жень! Там кольцо под ним, на утку его закидывай, вот это колечко. На утку. На утку, на утку, на утку. Что, рыбой делиться не хотите? Команда спешит поскорее управиться с делами. На завтра большие планы. Пасмурное небо не пугает. Где-то там, на острове, плантации ванили, сахарного тростника и жемчужные фермы. Ливень и шторм начинаются в Полинезии всегда внезапно. Вообще, в тех местах порой ураганов и циклонов считается январь. Поэтому капитаны и перенесли экспедицию на, как казалось, тихий и теплый февраль. Но непогода преследовала нас всю дорогу. И это при колоссальной жаре. Днем каждый день выше 30 градусов. И, конечно же, очень высокая влажность. Даже ночью больше 90%. Солнце садится. Погода ухудшается с каждой минутой. Наш залив защищен высокими холмами, но даже здесь ветер штормовой. Ливень стеной и печально участь тех, кто оказался сейчас в открытом океане. Капитан распорядился приготовиться к шторму, убрать все лишнее, закрепить оснастку. Но дувная лодка на корме за считанные минуты набрала дождевой воды. Стихия вошла во вкус. Смертельная опасность подкралась незаметно. Вокруг темнота. Исчезли огни соседнего катамарана. Где мы? Что происходит? Капитан не может поверить. Нас сорвало с мертвого якоря. А значит, уносит на рифы, в открытое море. Но нет, мы не движемся. Мы уже сели на мель. И, скорее всего, в левом борту у нас пробоина. Я вижу вас, Жека. А что случилось конкретно? Сорвало. Мы на мели. Да, я понимаю, что мы на мели. Не переживай, мы стоим на мели, поэтому ничего не будет. На всякий случай. Нет, правильно, правильно. Нет, да. Надо.
Спасательные жилеты все надели сами, без всякой команды. Капитан отдает приказ собрать деньги и паспорта. В любую секунду нужно быть готовыми покинуть судно. Каждый из нас в шоке неизвестности. Мы спокойны только внешне и даже пытаемся шутить. Может быть такое, что может оторвать. Постояночная фигня. Легла спать, вот этот фонарь Ильи. Маша? Извини, не накрашена. Не вставай, типа, без паники. Одной рукой держишься, другой идешь. Давай. Я по чуть-чуть даю, но помните, оно может заклинить и не будет путь дальше идти. Стоп. Да я остановился, да. Бог спас. Мель – это проклятие и спасение. Команда пока не знает, что с судном. Поврежден ли корпус, есть ли течь. Но если бы не эта мель, катамаран унесло бы из залива и разбило бы о рифы. От гибели нас не спасли бы даже два мощных мотора. Окажемся в открытом океане, и шансов выжить практически нет. Ветер такой силы, что буквально сдувает с мели. Единственная возможность хоть как-то подстраховаться – расстелить по дну тяжелую якорную цепь. Шторм все сильнее, темнота все опаснее. Мы пытаемся поговорить с Амазоном, сказать, что все живы, рассказать, что произошло, спросить совета, но, как назло, рвется связь. Когда будешь тащить лебедку, ставить холодильник, буду тебя дергать своим кадром. А ты что про себя говоришь, ты подойдешь его? Пропадает связь. Разбудила меня, собственно, рация, когда Женя начал вызывать. Дальше, в общем, я отдавал какие-то указания, там, более-менее ценные или неценные, что делать, как себя вести, значит, и какие действия предпринимать. Вот, постоянно, значит, контролировали ситуацию. Народ, в общем, переживал, естественно. Да, он Дима включил фонарик. Так, стойте, ждем так пока, сейчас. Обрадовались тому, что все-таки вас не унесло в океан или на риф, где там и волна, и что оно бы вас просто поломало там. Услышать своих нам удалось лишь после нескольких попыток. Голос капитана Амазона наконец-то пробился в эфир. Жек, на связи? Да, на связи. Короче, слушай инструкцию, как все делать с утра. Естественно, эвакуировать по возможности экипаж, да, те, кто не участвует там, скажем, в спасении. Вот. Второе, максимально разгрузить лодку для того, чтобы самостоятельно сняться с мели. Вам здорово повезло, что вас не вынесло в канал, конечно, да. Вывести женщин на берег по отмели берется помощник капитана. Илья раскладывал по дну якорную цепь. Он единственный, кто хоть немного знает, что там под ногами. Время и жестокий океан не ждут. С любимыми прощаются молча. Спускаться в воду в спасательном жилете и с рюкзаком тяжело. Руки не слушаются, скользят ноги. Но что там? Яркий свет на берегу. Подобно небесному покровителю моряков, святому Христофору, по воде к катамарану пришел местный житель, француз. Он знает безопасную тропинку на отмеле, он выведет на берег. Но что это? Шанс на спасение или еще большая опасность?